Друзья, вот здесь вот фотографии всех ребят, кто выступал. Ну, конечно же, не всех, но одни из самых ярких выступлений театра Поэмимы. Это МИЭТ, наши красные стены. И я приехала на празднование юбилея университета. И вспомнила, что вообще самое первое интервью, которое я делала, это как раз было с руководителями театра Поэмимы. Это семья. Не просто кто я была, это фотографии, кстати, это их дочь. Вот, это семья. И мне было 18 лет. Меня направили, как раз предложили такое задание. Сделать интервью с руководителем театра Поэмимы. И это был просто невероятный старт. Дальше больше, и за следующие 10 лет я делала интервью просто с невероятными людьми, для меня невероятными, поэтому всегда особая благодарность, конечно, когда у тебя есть такой вот старт, когда вокруг тебя поддержка, когда тебе доверяют, когда в тебя верят, когда тебе доверяют 18 лет, достаточно такой существенный материал сделать. Меня переполняют, на самом деле, эмоции, потому что я только что разговаривала с Катюшей, показывала ей стены. Друзьям сейчас всем отправила, нас разбросал. Мы сейчас рассредоточились по миру, но вот я подумала, раз уж я здесь, то как будто бы, знаете, важно этот опыт не обесценивать, и такая дань благодарности вот этому старту. Конечно, кто бы мне сказал, что когда-то, там, спустя, я даже не представляла, как жизнь сложится, честно, откуда мы это знаем, просто невероятно. Я даже не думала, что огромная часть моей жизни будет связана потом с интервью, с невероятными людьми, с этой большой-большой темой. Кто бы мне тогда сказал? Никто, конечно, такое не знал. Невероятно, правда. Для меня это вот, знаете, когда вот ты погружаешься вот самые первые вот эти кусочки в базу, где у тебя формировалось как раз твои какие-то навыки начали формироваться, это такое чувство трепета, благодарности и не знаю, это настолько ценно оказывается. Ну, я это знала, но когда в этих стенах еще оказываешься, что просто теряются слова, улетают, и все. Боже, ну и особенно, когда ты знаешь всех этих людей, понимаешь, вот как бы сейчас я им еще отправлю всем. Ну, не всем, но многим. Вот. Очень круто. Кстати, очень все профессионально. Мы все всегда все делали на очень высоком уровне. Мы сейчас с Катюшей тоже разговаривали, говорю, скажи, что один из ведущих университетов страны, где настолько тебе дают просто комплексный подход к твоему развитию, причем это все своими силами делается. Кстати, в тему еще и сообществ, которые я сейчас тоже осваиваю, и там в комьюнити, которого я состою, там большая тема сообществ. Что такое сообщество, как это все создается. Вот у нас одно из самых сильнейших сообществ — это нашего университета, потому что даже внутри мы формировали все сами. Вот основной костяк — это актив, куда мы все входим. Я актив, я была еще тот актив. Мы все, вот все здесь, это все актив. Вообще, как бы, это 1000 человек. За годы это тысячи человек. И самое ключевое, что мы сами это все формировали. То есть все эти студенческие театры. Да, у нас была поддержка, но кураторство, студенческие активности, газета студенческая, в которой я трудилась все годы, пока училась. Все возможные направления всего на свете. Это просто очень-очень много направлений. Мы настолько развивались, не только прикладные науки нам давали, но и с точки зрения творчества и развития различных навыков, вот прям навыки, знаете, вот делание руками, коммуникации, роль коммуникации, не знаю, круче, чем в институте, я даже не помню, там, на работе ты потом такого не получаешь, потому что если ты... Девушка, вы что делаете? Вспоминаю свою студенческую жизнь. Ну,
Да, хорошо. Да, спасибо большое. Кстати, тоже всегда добрейшие вот за все годы, я не помню, что добрейшие, вот охранники, добрейшие все. Вот, у нас очень вот дружелюбная атмосфера всегда, всегда была. Вот я не помню, ну, то есть спустя вот годы, я даже не буду называть, сколько лет прошло. 12 лет. А вот. Очень-очень дружелюбная атмосфера, очень... с добрыми сердцами люди, и это все стены, вот стены такие, понимаете? Это вот ты попадаешь, и взаимовыручка, дружелюбие и желание всегда помогать друг другу. Вот это вот взрастили в нас вот эти все стены. Огромное там сердечко.